Девочки, родные наши, поздравляю вас с 8 марта, с Международным женским днем, с этим весенним праздником. Желаю вас. И точка. Девочки, в этот праздник хотелось бы вам спеть песню моего любимого и вашего исполнителя Сосо Павлиашвили. Хотелось бы, чтобы вас радовать. Хочу тебя сегодня радовать. Твои проблемы перекладывать. Так, ладно. Уважаемые милые девочки, девушки, мамы, Ольга Федотовна, моя бабушка, поздравляю вас с 8 марта и хотел бы вам пожелать, чтобы не как в известной песне поется «Гондолы, вокруг одни гондолы», а чтобы вам попадались только хорошие ребята, как я. Информация прозвучала на правах рекламы. Чтобы у вас все в жизни было не насосало, а подарили. С праздником вас!